Добрый день, мои дорогие живые друзья! Сегодня мы с вами побываем на фестивале «Окна открой». Конечно, должен кто-нибудь и направлять последний путь. Но не усну и не верну. Спасибо большое, друзья мои. Спасибо, ребята. На самом деле, у нас представляется музыканта, который стоит на сцене из города Тулы, Ленинграда, любого города. Он уедет и будет у себя дома рассказывать, как его здесь принимали. Наполни светом золотые паруса, костер усталый обарающего лета. Взлетно-посадочная скрылась полоса. Твоя любовь, твоя любовь, словно крылатая ракета. Ломая ставни, ломая все, что только... Дочь. Ну как вам здесь? Нам прекрасно, но мы устанем время рвать. Ты разбудишь, мальчишка, ты жить не будешь, мальчишка, не будешь. Он не знает, что, что такое жизнь. Что, мальчишка, мне настудит. Кровь и стил, а за мной будет. Мальчик больше жить уже не будет, но не знает. Сами ли нам взгляд?
шоу артист, кожу на плаще, пропиал артист, крикнул отстой, через головой, другой, кровь за собой. На руке застышный бон, и сперва на дождя пиратский план. За плечу вновь кричали, а в жизни артист веселым был. Прибери поручику бочку. Я
понимаю, что очень тяжело выступать перед и после мощнейших звезд, но тем не менее, есть такие музыканты, которые готовы выйти на сцену, собственно говоря, не боясь ничего. Одна из таких групп — это группа, которая сейчас строит свой звук. Это группа... Группа «Теория»! «Теория»! Поздно, только не поздно. Хорошо, ладно.